Вот и 41-я победная весна. 9 мая. Праздник этот невозможно представить без встреч ветеранов. Военные летчики. Многие из них живут сегодня в городе Иваново. Председатель клуба ветеранов «Победа» Василий Борисович Митрохин. Воевал на Ленинградском фронте. 150 воздушных боев. 17 сбитых вражеских самолетов на его счету. Кто из людей старшего поколения не помнит лозунг «Комсомолец на самолет»? По этому призыву пришел в авиацию кузнец машиностроительного завода Аркадий Федоров. К началу войны он был уже командиром звена истребителей, воевал с самых первых дней. В 44-м одна из фронтовых газет писала: «Много легендарных были и рассказывают на Первом Украинском фронте о герое Советского Союза Аркадии Федорове, сбившем 24 фашистских самолета. Найти и победить – таков его девиз». Все они жили тогда этим единым стремлением – победить. И сегодня нет задачи важнее, чем отстоять мир, их нелегким трудом завоеванный. Это в нашей стране понимает каждый.